30 миллиардов рублей на теплицы. В Дагестане агропромышленный холдинг готов инвестировать средства на строительство суперсовременного парникового комплекса. Площадь промышленного помещения составит более 200 гектаров. Отметим, что проект будет реализован в 4 этапа. В рамках каждого будет строиться по 50 гектаров теплиц. Инвесторы уже посетили несколько районов Дагестана с целью поиска подходящих земельных участков для реализации проекта.